И снова всем здравствуйте. Приехали в деревню травки пособирать кое-какой. В частности, я наберу шиповника себе цвета. Много не буду брать, но так, чтобы чайку попить. И курильский, наша задача — курильский чай. Будем собирать. Поперли. Все, вот он, чай курильский. Смотрите, как мы его дерем. Вот так вот. Потихонечку, полигонечку. И на чаечечек себе. От снижения давления. И боярки здесь навалом будет в этом году. Просто ее тут тьма. Вот такой чаек красивый, желтенький. Все, погнали дальше. Яблочко растет здесь, дичка. Вот у нее уже завязи есть. Это боярка. Клубники тут будет много. Тоже уже она, цвет уже проходит. Хорошее место. Здесь у нас ерга, если хотите, пожалуйста, вот она. Вон какие уже тоже завязи. Скоро ерга будет. Ну что еще тут есть у нас? А тут все почти есть. Тут люди подкашивают потихонечку сено, солому. А в прошлом году не косили. А нет, подкашивали, только я не обратил внимания. Точно подкашивали. Ну так, приезжает муж кроликом. Муж еще кому. Здесь вот так. Тут недалеко речка. Кондома называется. Вот еще один дружок у меня тут. Смотрите, сколько боярки будет. Вон сколько тут много будет. Боярки нынче — это хрень. А вот так она в тенечке цветет, клубника. Вон сколько ее здесь. Вон шиповник. Комарики жигают, как всегда. Без них ну никуда. Вот шиповник, рви, не хочу. Боярка. Кругом здесь боярка. Вот ее сколько здесь. Это все боярка. Дичка, яблонька. Цветочки такие вот, васильки. Или что это? Гвоздика. На гвоздику больше похоже. Много не рву, оставляю маленечко. Вот шиповнику сейчас подберу маленечко. Он уже падает. Лобозник лезет.
Здесь его тоже хватает. Ой, комарики, остановитесь. Вот мои два пакетика. Немножко надергаю. Дальше пошли. Колючая роза. Ну-ка, стою вот так. Хватит. Чай будет у меня сегодня просто обалденный. Цветочки такие красивые здесь есть. Сантиметров по 5, по 7 можно срезать, срывать вместе со стеблем. Хуже не будет. Вон, тугой. Хватит. Пойдем к следующему кустику. Ягодка будет в этом году, если градом не выбит. А то грады по всей России что-то взялись в этом году. Хорош. Вот к этому кустику подойдем. Что он рясный сильно. Хватит. А это папоротник, орляк уже вымахал. Вот такой вот он. Все. Уже отходит. Ну, можно еще поискать в этих кустиках. Может, где-нибудь и маленький еще вылез. На жареху поди можно насобирать. Ну, я думаю, навряд ли. Или мне не по глазам, или он действительно уже все, изрос весь. Мухас, отвали от меня. Притворяйся. Нет, давай, начинай. Что уже, где там? Будешь притворяться? Дебри. Давай. Спряталась. А, вон она. Будет еще выше. Ну, и куда? Вот его здесь. Где сколько? Там? Не наступить бы на тебя. А? Показывайся.
Вон она. Нету маленькой поросли. Только большая. Не видать. Все, я пошел. Все, отошел. Птица. Кто профукал, на который же остался без папоротника. Вылазь с кустов-то. У меня есть. Ну, правильно. Ой, ой. А теперь куда полетишь? Туда, да? Ой, раненая. Все, сейчас она вот-вот умереть должна. Ну, давай. Пошли. Ох ты, ой, няня. Ой, няня. Уводит от гнезда, уводит. Ладно. Ну все, пока, молодец. Папоротник нашел еще один. Не один. Вот, пожалуйста, можно содрать. Вот он, папоротничек. Он ломается еще. Хороший. О, можно насобирать на жареху. Вот он. Я макушки беру только. Вот от сих до сих, вот, наверное, где-то. Ну, короче, сантиметров 10-15. Ну, 20, самое много. Остальное выкидываю. Ну, что оно не то пальто. Вот сколько его здесь. Ну, он тощий здесь. Тощий. Первый, который я брал на горе, там хороший толстый папоротник. Его и надо набирать быстрее в два раза. Вон здесь акация появилась. Вон сколько ее. Свистульки, так называемые, нашего детства. Все, дальше. А здесь шиповник вообще крупный будет, и цвет будет даже крупнее, чем там я рвал. Вот так он здесь расположился. А какой. Другой папоротник растет. Уже плоды начинают. Вот они, завязи. Отвалился. Вот плоды. Видно, да? Вот он. Вот они, плоды. Кустик красивый. Майский жучок пристрогался. Нюхает. Таволга. Это таволга, только другой сорт. Это мелкая. У него стебель сантиметров всего полметра. А у другой таволги, там, вот она, кстати. Она вымахает чуть ли не в рост мой, а то и выше. Ладно, пусть сидит. К чайку. Собираю маленько сейчас вот этот краешек весь выберу. Запах вообще караул. Мед один. А так горчит. Все равно вкусный чай будет. А тут вот ковыль попался. Раз, и щетка готова. Немного его здесь совсем. Много нету. На солнце. Вон там он. Чуть-чуть ковыля есть.
дальше. Какие. Не видно ничего. Вот насобирал немного. Насушим. Еще прошлогодний чай не выпитый. Запашище. Вай-вай-вай-вай-вай. Прям сила. Пойду искать друганов.